В Москве сегодня подвели предварительные итоги выполнения Минских соглашений. Накануне годовщины со дня подписания документа в столице прошел круглый стол с участием представителей Востока Украины. Говорили о самых острых проблемах, которые пока так и не удалось решить. Полпред ДНР Денис Пушилин, в частности, призвал сконцентрироваться на принятии согласованного закона о выборах в Донбассе. Что же касается выборов, то мы еще раз подчеркиваем, что для нас выборы важны в плане выполнения Минских соглашений. Что же касается проведения их в феврале, в апреле месяце, то есть как было обозначено раньше, но учитывая позицию Киева, по согласованным законопроектам нет возможности проводить их, и сейчас эти даты они являются очень и очень условными. А полпред ЛНР Владислав Дейнега остановился на теме обмена пленными, отметив, что этот процесс регулярно срывается по политическим мотивам. Завтра исполнится ровно год с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Появление этого документа было продиктовано неисполнением самих Минских соглашений от 5 сентября 2014 года и резким обострением конфликта в Донбассе.